Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я очень быстренько, в течение 10 минут, потому что после обеда всегда трудно прийти в себя, всегда хочется спать. Поэтому мне сегодня хочется рассказать о проблеме. Проблема есть, но как бы статистически ее нету. У нас статистически все хорошо, и, в общем-то, никаких никогда не бывает осложнений. Но мы, как практики, с вами знаем, что такие проблемы встречаются, и надо их как-то решать. Поэтому понятно, что все, что связано с катетерами, могут вызвать какие-то инфекции. И в основном катетеро-ассоциированные инфекции возникают чаще всего при применении центральных венозных катетеров. Очень часто возникает инфекция при обычных классических подключичных катетерах, потому что эксплуатация их, казалось бы, легкая, но из-за близкого подхода к сосудистому кровотоку у нас могут быть всевозможные проблемы. Причины. Причины – руки, плохо обработанная кожа, тем более мы знаем, что область грудной клетки, она тоже очень сильно контаминирована, особенно подмышечная область контаминирована летом, когда жарко. Об этом пациентам тоже нужно тактично говорить, просто элементарно о принятии каких-то гигиенических процедур, о принятии душа. Это очень хорошая мера для профилактики снижения всевозможных инфекций. Этиология понятна, нам говорят эпидемиологи, какой патогенный микроорганизм вызывает какую-либо инфекцию. В общем-то, слава богу, мы ее не видим глазами, поэтому еще раз хочу повторить, тщательная обработка рук, выполнение всех алгоритмов по работе с сосудистым доступом – это залог того, что такой инфекции не будет. Ну и понятно, что у нас есть определенные пути колонизации катетера или снаружи, или с внутренней поверхности. Это тоже важная часть. Кроме того, гематогенные пути. Ведь, согласитесь, у наших пациентов, кроме сосудистого доступа, есть много еще других проблем в организме. Могут стоять дренажи, могут стоять какие-то стенты, которые тоже могут вызывать серьезное воспаление, и понять, откуда идет проблема, очень сложно. Инфицированные среды, коллеги, вот знаете, опять-таки, я очень быстро на своем опыте, я думала, что я хорошая сестра, но мне так кажется, да? Когда мы капельницы перезаряжаем, все очень просто. Мы ставим капельницу, мы втыкаем штык в флакон, да, мы же так все делаем, ну все нормально, все хорошо течет. А когда мы переставляем капельницу, я заметила за собой, это было очень грустно, что я руками начинаю трогать штык капельницы, который стерильный, и при перестановке флакона у меня получается контаминация раствора, который дальше пойдет в пациента в течение какого-то количества времени. Вот, я вам решила поделиться, чтобы вы так не делали. Кроме того, микробиология кожи, она очень разнообразна, и как бы мы ее ни обрабатывали, понятно, что микрофлора кожи будет через какое-то время самовосстановлена, но там уже не будет транзиторной флоры, там будет только та флора, которую содержит сам пациент. Поэтому это важно, хорошая обработка кожи. И самое главное, это крик моей души по поводу наших братьев-старших врачей. Обработали кожу хорошо антисептиком, все льется. Никто ждать не хочет, да? Берут стерильный шайк, вытирают все это насухо. Все, обработка в ноль. Больше ничего не получится. Это тоже главные ворота и проблема проблема. Биологическая пленка. Ой, такая чудесная вещь, я сейчас вам ее сразу покажу. Патогенный микроорганизм прикрепляется к катетеру. Это проблема, которая возникает сейчас везде. Мы все говорим о пробиологических пленках, о том, что нужно делать профилактику, чтобы их не было. Микроорганизм прикрепляется к катетеру, если мы плохо промываем или плохо за ним ухаживаем. Дальше микроорганизмы определяются в определенную сетку. Дальше они копятся и облепляют себя биологической пленкой. За биологическую пленку антибиотик не проходит. Поэтому если катетер уже в биологической пленке, то очень плохо происходит профилактика. И самое главное, когда микроорганизмы скапливаются в большом количестве, только тогда они выходят в сосудистое русло, и пациент начинает лихорадить. То есть лихорадка – это уже практически последняя стадия развития катетеро-ассоциированной инфекции. А как рассказать об этом молодым специалистам? Биологическая пленка, что это такое? Коллеги, все очень просто. Мы приходим домой с дач и ставим цветочки в вазочку. Ставим цветы в вазочку, все понятно. Потом цветы вянут, мы выкидываем цветочки и начинаем вазочку мыть. И на вазочке что у нас скапливается? Слизь, пленочка, все. Та же самая биологическая пленка, но, конечно, не в тех размерах, количествах, скапливается на внутренней стороне сосудистых катетеров. Когда мы так говорим специалистам, всем сразу становится ясно, что и как и с чем бороться. То есть качественное промывание сосудистых катетеров – это залог того, что все будет хорошо.
так выглядит пленка в микробиологическом размере. Ну, коллеги, нам, может быть, не очень важно, как она выглядит. Нам самое главное, чтобы ее не было там. И тогда, в общем-то, катетер будет работать очень правильно. Фибриновая оболочка очень часто возникает при периферических катетерах. Это естественная реакция организма, когда катетер облепляется фибриновым слоем, но это тоже риск развития катетер-ассоциированных инфекций, потому что на фибринную пленку также может садиться патологическая микрофлора. Клинические симптомы, они описаны везде. Для нас с вами первым признаком того, что будет какая-то опасность, является то, что при начале инфузии или отсроченно после инфузии через полчаса или в течение двух часов у пациента начинает повышаться температура и начинается лихорадка. Это первый признак того, что нужно бить тревогу и что-то с этим делать. Первое, самое главное, что нам врач назначает, забор крови на стерильность. Коллеги, это все прекрасно и будет все очень хорошо, если кровь на стерильность будет взята утром, когда нас ждет бак-лаборатория, когда мы все знаем и никуда не спешим. Но как всегда в жизни бывает, что пациент начинает лихорадить когда? В пятницу в 7 часов вечера, когда бак-лаборатория нас вообще не ждет и анализ будет храниться 2 дня. Это тоже бывает проблема, потому что что такое бактериологический посев? Это тоже должны знать молодые специалисты. Это взяли капельку крови, куда-то посеяли, и что выросло, то выросло. Поэтому анализ определяет, что происходит. Если мы посеяли, и микрофлора, извините, до посева умерла в нашей баночке, то все, получается, анализ стерильный и эффекта ноль. А пациент лихорадит, у него серьезное состояние. Поэтому на каждом месте, вместе с бактериологами, вместе с врачом-эпидемиологом должен быть четкий контакт, чтобы каждая медицинская сестра понимала, где стоит термостат. Нельзя этот анализ переносить, если у нас отделение в разных находится павильонах, нельзя переносить через холод. Патогенная микрофлора убьет. Это мелочь, которая очень важна в проведении анализа. Но и сам процесс забора крови на стерильность, нужно обязательно максимально соблюдать технику асептики. Правильная обработка рук, стерильные перчатки. Желательно помощь второй медицинской сестры, которая после тех 60 человек, что на соседнем посту, прибежала к вам на помощь, потому что этот анализ жизненно важный для пациента. И среды тоже нужно посмотреть, почитать, где хранятся среды до использования, в комнатной температуре или в холодильнике. Это тоже очень важно. Понятно, что есть определенные клинические рекомендации. Анализ пришел, врачи его расшифровали, поняли, идет или не идет инфекция. Если мы говорим про порт системы, естественно, хочется ее как можно дольше сохранить и попытаться вылечить, не дай бог, инфицированную часть катетера. Поэтому если есть достоверно подтвержденные катетер-ассоциированные инфекции, значит, серьезная антибиотикотерапия должна проводиться практически немедленно. И если она проводится, нужно брать повторные и повторные анализы для понимания, как действуют антибиотики. Как я уже говорила, порт системы надо как можно дольше сохранить, как можно лучше с ними работать, потому что действительно это выход, единственный выход положения пациента, чтобы, не дай бог, опять не переходить на периферические катетеры, потому что, как вы знаете, это боль, я считаю, всей российской онкологии. Большая пропасть между назначением врача, цитостатика, и его введением. Врач назначил, а вот если бы хоть один бы врач попытался ввести пациенту после 6-го курса 5-флуорацила в периферическую вену химию, он бы сразу перешел на центральный катетер. Но это проблема, с которой, я надеюсь, мы когда-нибудь все-таки решим и как-то переступим через этот порог. Медикаментозные замки, уважаемые коллеги, это врачебная манипуляция назначить какой-то медикаментозный замок. Но мы с вами должны понимать, промывание сосудистого катетера и постановка замка – это две разные вещи, которые друг к другу не относятся. Постановка любого замка, если назначает врач, это только объем сосудистого устройства. Центральный венозный катетер 2 мл, не 22, не 34, а именно объем сосудистого устройства. Тогда действительно лишний препарат не уходит в сосудистое русло, а остается в том месте, где он должен, в общем-то, работать. Профилактика. Коллеги, опять-таки, очень мало времени осталось, у меня 1,5 минуты. Пошаговые инструкции, стандартные операционные процедуры. Не потому, что мы какие-то плохие и хорошие, потому что когда есть алгоритм, тогда мы можем спросить и с медицинской сестры, и тогда хотелось бы, чтобы мы спросили еще с того начальника отдела снабжения, который нам все должен это привести
на рабочие места, потому что в этом тоже бывают проблемы. И опять-таки обязательный разговор с пациентами. У пациентов всегда на сосудистое устройство, на порт системы должен быть паспорт, где все четко прописано. Устный фольклор, то, что мы вот сейчас поговорим, это прекрасно. Но если у пациента все прописано пошагово, и он всегда может посмотреть и лишний раз освежить свои знания, что написано, как ухаживать за порт системой, это, конечно, большое благо и, в общем-то, шанс сохранения порт системы в хороших состояниях. Алгоритмы уже сделаны все. Коллеги, как руки обрабатывать? Нас, по-моему, ночью вставь, и мы расскажем, как обработать руки. Но, коллеги, когда мы обрабатываем руки, это вечная проблема. Потому что, как знаем, теперь нужно понять, когда это сделать. И вот этот алгоритм тоже очень важно разрабатывать на своих рабочих местах, чтобы не пропустить никакую деталь. Строго придерживаться интервала установки иглы в порт-систему. Они же денег стоят, они же дорогие, они бывают не всегда в поставке. Так вот, установка иглы в порт-систему имеет тоже очень важное значение. Ну и, конечно, наличие стерильных фиксирующих повязок. Не то, что мы как мы умеем, мы знаем, как мы умеем, а должны быть нормальные стерильные фиксирующие повязки. Все, прошу прощения, так делать нельзя. Вот сразу говорю, у меня в минус пошла. Так делать нельзя. А чего фотографировать? Вы все это знаете, это у вас все есть. Вот это хороший вариант фиксации, еще есть бесшовные фиксации, коллеги. Стерильные прозрачные повязки максимально оптимальные для порт-систем с хлоргексидином. Это быстро, удобно и хорошо. Если молодые специалисты, лучше делать алгоритм на картинках. Мы же сейчас все в гаджетах, нам удобно использовать картинки. И молодым специалистам при уходе за порт-системой, ведь мы главное, что нужно, цель, чтобы все было хорошо. Привыкла молодежь работать с картинками, сделать ему картинки алгоритмами, и тогда, в общем-то, процесс наладится, и все будет хорошо. Ну и, конечно, методические рекомендации свежие, которые каждые 5 лет обновляются и дают какие-то новые знания, это очень важно при работе с профилактикой, для профилактики катетеро-ассоциированных инфекций. Спасибо вам большое за внимание. Я попыталась уложиться. Спасибо. Ирина Александровна, отработала прям. Ирина Александровна, вопросы могут к вам быть. Вопросы, коллеги, какие вопросы задаем? Спасибо большое за очень хороший доклад. У меня вот такой вопрос по медикаментозным замкам. В каком случае какой замок? Какой-то. И на основании чего? Какие регламентирующие документы есть? Или это ваша разработка, вашего лечебного учреждения? Нет, вы знаете, по поводу медикаментозных замков, конечно, это врачебная манипуляция. И очень долго я вот поставила те замки, которые говорят наши онкологи. И если они говорят во врачебной среде, они тоже начинают очень сильно дискутировать, какой замок поставить. Этаноловые замки мы не ставим. Мы применяем препарат Туролок, который хорошо консервирует порт-систему, но, опять-таки, понимаете, проблема в Туролоке? Хороший препарат. Но каждый месяц нужно его убирать из порт-системы и промывать. А зачем? Ведь нам нужно в период покоя порт-системы как можно дольше с ней оставаться. Поэтому, наверное, если есть проблема, наверное, применяются замки Туролоки. Можно антибактериальные замки. Но цель моя была сказать, что замок – это объем катетера. Вот. Это понятно, это все да. Очень хорошо. Спасибо. Сказано, значит, доступно. То есть это только для порт, тогда, когда мы раз в месяц замок ставится, да? Замок ставится… Для порт-системы. Для порт-систем. А если… Это не центральный венозный катетер. Если есть какая-то проблема с центральным венозным катетером или у пациента снижен иммунный статус, тогда, конечно, и в центральный венозный катетер также можно поставить замки по назначению врача и по клинической картине. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы… It's a really good presentation. Thank you. Хорошая презентация. Большое спасибо. So in your facility, do you have one nurse that goes around and does all the dressings? Скажите, пожалуйста, у вас имеется перевязочная сестра или все медсестры занимаются перевязками? На 30 пациентов, поэтому за все 30 она и перевязывает.